на конкурс. Дети читают стихи. Вагайцева Виктория, 8 лет. Таштагольский район, поселок Темиртау. Александр Сергеевич Пушкин. У лукоморья дуб зеленый. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на невидимых дорожках следы невидимых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полный. Там о заре прихлынут волны на берег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясно. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой-ягой идет, бредет сама с собой. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту, поведаю теперь я свету.